приветствую вас. Приветствую, уважаемые зрители. Вот и настала осень. Лето, как всегда, пролетело быстро. Вроде только вот была весна уже, хоп, и осень. Впереди долгая, холодная зима. Делая вот эти видео, мы зимою холодными долгими вечерами иногда с женой включаем эти видео, смотрим, вспоминаем, и как-то внутри становится теплее, приятнее на душе. Вот она, моя жена. А это вот вода по бокам, это у нас снова наводнение. Но пока еще не сильно дошло, но уже, вот видите, подходит к дороге. Рыбаки вот уже прям практически с дороги рыбачат. Красиво как. Если вода так и будет дальше прибывать, то может и подтопить дорогу. А там сейчас дальше будет. Мы ехали по пути, нам попалась авария. Ну, такая она, не сильно прям маховая, но довольно-таки шибанулась одна в другую машину. Прилично. Смотрите, какая красота. Вот. Вот авария, про которую я говорил. Вон, видите, как всю морду снесла. Вот наше родное ГИБДД было. Сейчас будем проезжать Амурский мост. Вот он. Если честно, конечно, мне стыдно, но я даже не знаю, сколько он километров. Это можно загуглить. Ну, довольно-таки длинно он через реку Амур. Вон, смотрите, как разлилась речка. Сейчас будем выезжать с моста. И начнутся сопки. Смотрите сразу, как природа свою окраску дает. Желто-красные. Местами зеленые, где еще не листья не пожелтели. Вот он, истинный кайф в жизни. Не знаю почему, нам с женой почему-то нравится. Мы можем сесть и уехать очень далеко. Просто сесть и уехать. Ехать и получать наслаждение
от дороги. От того, что мы рядом, я с ней, она со мной. Чувствовать поддержку друг друга. Это ж кайф. А это вот дорога, это плиты. Она ведет туда. Там воинская часть. Смотрите, как красиво. А по сторонам лес. Солнце, видите, как проблески между ветками. Кайфово. Красиво как. А это вот лесок. Он чистый такой. Практически, ну, грязи в нем нету. Я имею в виду там палок, веток. Гулять и гулять можно по нему. Одни березки практически. По краям вот какие-то есть деревца, а там в глубине одни деревья, ну вот одни березки. А вот мы, я и моя любимая жена. Хоть бухтит всегда, что-то вот постоянно бухтит, что-то ей постоянно не нравится. Красиво как. Сейчас будем опять выезжать на эту дорогу. Плиты. Она была очень давно уже построена. Плиты практически уже рассыпаются, и она этим становится опасна, что плиты рассыпаются, арматура вылазит, и можно, ну, довольно-таки легко проколоть колесо. Ляпота. Сейчас уже скоро будем подъезжать к трассе Хабаровск-Комсомольск, и все останется позади. Как хорошо, что кто-то вот придумал вот такие камеры снимать. Видео. Это ж какая память. Зимой раз включил, вспомнил. Ностальгия. За окном минус 40, вьюга там. А у тебя на экране лето. Кайф. Наша машинёшка нас мчит. Сейчас уже будем подъезжать к трассе.
Надеюсь, наше видео принесло вам какую-то частичку радости, позитива. Что в нашей жизни еще не так все и плохо.